Так, всем привет! Сегодня мы посмотрим очередной автомобиль для разбора. Это Mercedes C300 4MATIC 2012 года. Сейчас посмотрим сразу же мотор. Объем двигателя 3 литра, V6. Мотор работает отлично. По передней части, в принципе, бампер, решетка радиатора целые, фара также целая, есть небольшие притертости, капот целый и водительская фара также целая. Замято вот здесь немного крыло и вот здесь сбито крепление бампера. По пассажирской стороне двери целые. По задней части побита крышка багажника, побит бампер, разбиты фонари. С водительской стороны двери целые. Также я хотел бы обратить внимание, вот это колесо у нас стоит ровно. А если посмотреть на колесо с пассажирской стороны, оно уже стоит повернутое в левую сторону. По салону стеклоподъемники работают, люк работает. Посмотрим в салон. Все подушки безопасности здесь на месте. Сработали подголовники, выскочили. Ошибок по мотору нету, горит только по колесам. Это Traction Control. Так, сейчас попробуем посмотреть пробег. 58 тысяч. Такой вот Mercedes. На этом все. Всем пока.